Высечусь. Мои увидят. Пойдем. Это их особого не думаю. А погоди, помню, это мы там все сидели. Я ж первый приехал в разведку, узнать хоть можно куда ехать. Все-таки дети, внуки маленькие. Надо ж куда-то ехать. Плохое, очень плохое. Не знаю, что засну хоть. Я вчера вообще лег и не знаю. И все в голове так крутилось. Как это могло быть? И связь была хорошая. Я позвонил жене, она сказала. Иди сюда. А это ваш дом, что ли? Не, ему 22. А перед тем, как начали вообще стрелять массово самолеты. Вот летела вот так вот, в круговую, подымалась, взрывалась. Но все остались живыми в семье. Никто не погиб. Ну, много, конечно, у нас там еще такое было. Там тоже у нас компьютеры были в доме. Ну... Его не забрала, хоть бы и нашли, бо він дуже такий нікому не потрібен. Ми були в вакуумі. Ми були відрізані до всього світу. Ми не знали, що робиться. Ми не знали навіть, що робиться на сусідніх вулицях. Бо ми ось, ми отут жили. Свої, свої. Все, все. Все. Це наша земля. Це наше село. Ну, видите, как бы, ну, здесь душа, здесь наша жизнь, здесь наши дети, здесь наши бабушки, предки, здесь людей захоронены, родственники.